У директора Бендерской гимназии номер 3 тройной юбилей. Валентина Боднер отметила день рождения, полвека в профессии и 20-летие на должности руководителя образовательного учреждения, в котором обучение ведется на украинском языке. Коллеги встречают аплодисментами своего руководителя. Валентина Боднер принимает поздравления по случаю юбилея. И торжественный момент. Глава города вручает заслуженную награду, удостоверение и почетный знак «Заслуженный учитель Приднестровской Молдавской Республики». Школы и личный директор являются активными участниками различных мероприятий и республиканского, и городского уровня. Желаю и в дальнейшем, конечно же, заражать своей энергией окружающий свой коллектив, быть примером для руководителей других среднеобразовательных школ, ну и новых успехов, и чтобы вы получали, главное, моральное удовлетворение от проделанной работы. Служу Приднестровье народным образованием. С прекрасным юбилеем мудрости, силы, знаний, красоты, здоровья, наставничества. От всего корпуса директоров, от педагогов города Бендер я передаю вам пламенный привет, признание уважения, признание вашего труда. Спасибо большое, что вы растите наставников, спасибо большое, что у вас здесь семья. И даже из родителей вы направляете их на педагогические специальности, и потом они уже сейчас, будучи родителями, дети ходят, посещают гимназию, и они работают. Это замечательно, вы ширите, расширяете наш кадровый потенциал. Гимназия номер 3 имени Ивана Котляревского – уникальное учебное заведение, где украинский язык изучается как родной. Более 20 лет его возглавляет Валентина Владимировна. Гимназия для меня стала и моя лебединая песня. Это учреждение, которое дало столько много проблем, но столько и радости от их решения, от успехов и от тех задач, которые стояли, казалось, невосполнимыми. Мы вместе с коллективом преодолевали. Нужно было так работать, так себя презентовать и представлять, чтобы родители нам поверили. Потому что, когда мы начинали гимназию, было 55 детей, сейчас 200, но было и 300, и 400. Мы верим, конечно, что и дальше нашу гимназию будут выбирать родители, будут выбирать семьи, будут отдавать своих деток. С Валентиной Владимировной я работаю с третьего года начала своей работы, но мне довелось также учиться под ее руководством. Она оберегает нас своим теплом всегда, всегда дает дельные советы. Под ее руководством выросла немалая плеяда педагогов уже, не только детей и учеников. Вот, было особенно ценно стать с ней коллегой, и всегда чувствуется под ее началом тепло, уважение, и она всегда по-родительски помогает своим коллегам и защищает нашу школу как ангел-хранитель. Валентина Боднер также является обладательницей званий «Заслуженный работник Приднестровья», «Отличник народного образования ПМР» и «Заслуженный учитель Украины». Награждена медалью за трудовую доблесть и удостоена ордена «Трудовая слава».